Маршрутное такси, часть вторая. Я ведь, ребята, езжу по понятиям. Я пропускаю всех на желтый свет. Меня на нашем автопредприятии за безопасность все зовут велосипед. У нас с супругой жизнь медовым месяцем бежит счастливо уж, господи, 10-й год. Ну что ж теперь, напиться и повеситься, так дочка с сыном это не поймет. Я стартовал по линии на Соколе, на Дубосекова притормозил. И тут увидел грудь ее высокую, и мне инстинкт все мозги загрузил. Ее штанов оранжевое золото, на голове 133 косы. Ее пупок четырежды проколотый, и до пупа торчащие трусы. Ну извините, я же ведь не дедушка. Ну извините, я ведь не монах. Какая девушка, Юр, какая девушка? Какая девушка в оранжевых штанах? Какая девушка, какая девушка? Какая девушка в оранжевых штанах? Как будто... Как будто глотку оглушила водкою, аж полетели сникерсы из глаз. Я сдачи дал с десятки полусоткою и со сцеплением перепутал газ. Она пошла слегка виляя попою и улыбнулась мне через стекло. А я сидел глазами глупо хлопая, и мозг мой в дальний космос занесло. Ну извините, я же ведь не дедушка. Ох, извините, я же не монах. Какая девушка, какая девушка, какая девушка в оранжевых штанах? Какая девушка, какая девушка, какая девушка в оранжевых штанах? Я как сумел с наплывом чувства справился, хоть мне гудела ленинградка вся. И по маршруту далее отправился, урон моральный стойко понеся. Потом с заначки вынул ассигнации, вздохнул глубоко, господи, денежки тю-тю. На распродаже на конечной станции купил жене оранжевый костюм. На распродаже на конечной станции купил жене оранжевый костюм. Ну извините, я же ведь не дедушка. Ну извините, хлопай, я же не монах. Какая девушка, ух, какая девушка, какая девушка в оранжевых штанах? Какая девушка, какая девушка, какая девушка в оранжевых штанах? Вот так.